В торжественной церемонии возложения цветов и венков к памятнику приняли участие представители районных и городских властей, общественных и ветеранских организаций, правоохранительных и силовых ведомств, политических партий. В этот день на площадь пришла молодежь Лабинска. Представительная делегация проследовала к мемориалу и возложила памятные венки. Как было отмечено на церемонии, память тех, кто ценой своей жизни завоевал победу, будет жить вечно. Один за одним к мемориалу подходили представители трудовых коллективов и молодежь, чтобы возложить цветы и поклониться солдатам, защищавшим свою родину в годы войны. Сегодня замечательный светлый праздник, очень важный государственный праздник, День защитника Отечества. И вот лабинчане традиционно 23 февраля в этот день прибывают вот на Площадь Победы для того, чтобы отдать дань уважения и величайшей памяти нашим землякам, которые погибли во время Великой Отечественной войны, во время локальных войн. Это наши люди, это мужественные, отважные люди, защитники нашего Отечества. Мы вечно храним память об этих людях, так будет всегда. Поэтому я хотел бы поздравить всех лабинчан, всех наших жителей с этим замечательным праздником, пожелать всем нам мира, добра, благополучия, достойной жизни на мирной земле. С праздником всех! Уважаемые горожане! Сегодня в такой день разрешите вас всех поздравить с Днем Защитника Отечества. Пожелать всем крепкого здоровья, особенно нашим ветеранам, которые нам эту жизнь сегодняшнюю предоставили. Всем, кто под погонами, всему мужскому населению нашей страны, чтобы всегда было мирное небо над головой, чтобы молодежь не знала войны. И пусть лучше мы будем здесь встречаться и венками, цветами. Помните тех, кто не пришел, кого с нами нет. А всех остальных с праздником, доброго здоровья, всего хорошего, тепла и благополучия. Наталья Твиненко, Игорь Исаков, телекомпания «Алабама».